друзья, ну что ж, я пришла снова на блошиный рынок, сюда, на Мосвинтаж, музей Москвы, и пришла, может быть, вы удивитесь, с одной огромной целью – купить чайник для себя заварочный. Этот чайник я мечтала, вы знаете, целый год купить, какой-то красивый чайник для моих прекрасных парных чайников. Увидела в прошлый раз, когда сама монтировала, влюбилась в этот чайник и приехала за этим чайником. И слава в Древней Греции у нас два бога отвечали за искусство. Это Аполлон и Дионис. А вот почему именно Аполлон и Дионис? Я вам скажу, что Аполлон-то отвечал за разум, а Дионис за бессознательное. А вот считалось, что в человеке должно быть пополам и того, и другого. Ну, в таком полноценном человеке. Ну, вот поэтому у нас вот и Дионис. Так, вот Оленька, которую мы увидели. Здравствуй, Оленька. И где-то там мой чайник должен быть. Да, я его немножко прибрала. Да. И, как вы видите, в Акханке. Там танцующие, вот на той стороне мы их сейчас посмотрим. Вот, видите, танцующие в Акханке, к ним очень хорошо относились греки. Почему? Потому что они считали, что в момент экстаза человек достигает в себе внутреннее космоса, ему открывается космос, и он наиболее приближается к природе. А ведь модерн – это и есть на самое приближение к природе, самое приближение. Вот. А отсюда и плавные вот эти линии. Я люблю, во-первых, модерн, а во-вторых, это вот прям философия отражается в этом чайнике. Вы представляете, надо было такое купить, чтобы отражалась философия. То есть вот сатиры, на той стороне Дионис там тоже с Бакханкой, со своей вот станциями. Ну, то есть это вот как раз эпоха, то, что мне нужно, модерн. Модерн – последний большой стиль, просуществовавший примерно около 30 лет. И закончился он в 1914 году с началом Первой мировой войны. Основные черты модерна – орнаментальность и декоративность. И, как вы видите, моя любовь к этому стилю нашла свое отражение и в росписи шкафов в моей квартире. Это в основном любимые мною картины Густава Климта и Альфонса Мухи. И вот волшебство Нового года. Мой долгожданный чайник у меня уже на столе. И посмотрите, как он вписался в мою сервировку в золоте, в стиле модерн. С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Очень интересно. С новогодними праздниками, со всеми новогодними праздниками, мои друзья. И побольше волшебства в нашей жизни. До встречи!